У Мінску сёння адкрылі інавацыйную лабараторыю для маладых навукоўцаў. Беларуска-кітайскі праект створаны для падтрымкі распрацовак аспірантаў БНТУ. Сучасныя тэхналогіі будуць выкарыстоўваць на машынабудаўнічых і металургічных прадпрыемствах, а таксама для стварэння аэракасмічнай тэхнікі. Высокадакладнае абсталяванне ўжо запатрабавана ў медыцыне. Навукова-тэхнічны цэнтр супрацоўнічае з РНПЦ «Кардыялогія». Уникальность данной лаборатории состоит в том, что студенты, когда еще только начинают свое обучение, получают базовое образование, они уже сегодня могут приходить, свои идеи воплощать здесь в жизнь. И под присмотром профессоров, ученых и даже академиков, которые дадут им напутствие и помогут развить их идею до готового изделия, которое в дальнейшем будет успешно реализовано на территории Республики Беларусь и за ее пределами. Технология, то есть одна из основных методов электролитно-просменной обработки и деформирования, пластического деформирования, изготовление ультразвуковой концентратор. Будет применение в медицине, лечить заболевания внутри сосудистого образования. Сёння падвялі вынікі навуковага конкурсу «Экатэхнакрос. Адзін пояс, адзін шлях». Студэнты, магістранты і аспіранты прадэманстравалі свае стартапы і распрацоўкі.